Бой начинается. Надо будет стрим посмотреть, если вы, конечно, не напомните. Алло, ребята, помогите, спасите, стримеру срочно нужна помощь. Что у него там еще было? Альфа, кальфа, альфа. Да не альфа, и... Или я просто в количестве плюх? Так, ну тут надо за центр бороться. Но проблемка, что я КД, блин, полгода. Угу, и Кунзер, я тут никак все равно бы даже... Ну, я хотел вот здесь выставиться, его зацелить, но он проскочил. Так, а там еще один клиент уедет. Ну, давай, я готов. Но тут только одна тыка, к сожалению, если каток не вылетит. Ну, пытался в каток дать, но не полетело. О, давай, 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 подерись со мной, подерись со мной, подерись со мной, подерись со мной. Очень много их чё-то на центре, КПЗ у нас на базе, футюр спит, но рога, к сожалению, откисла. 90, чё-то тоже хер пойми, что делать у нас, братан. Братан, братишка, ты что делаешь? Рука Blood Wine, блин. Контролить закат. Я, конечно, могу попробовать быкануть, выбить чарача, уйти на перезарядку, да, но есть еще КПЗ, который может сильно помешать, реально сильно может помешать своим нереальным ДПМисом. Блин, вроде как бы, ну там рельефчик, я согласен, как бы, да. Так, ребят, ну, по-моему, пора драться за центр. Блин, 3 снаряда, плохо, конечно, что не 4. Нету шанса на зафейлить даже. Должен давать только все. И по-другому никак. А теперь должен уходить на перезарядку, вынужден. Просто вынужден. Блин, какой же у него задний ход быстрый. 27 километров в час, капец, просто жесть. Все, короче, кадешимся, залетаем в чарача, просто устраиваем ему полное... пробитие, дырявим его, и все. Почему-то никто не отвечает. Да потому что там вроде ничего и нету, если я не ошибаюсь. Еще идеально чарочка дэшится. Главное, чтобы сейчас центр не свалил. Там коррозия, робот и только. Все, братан, все, 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 хорош. Спасибо тебе огромное, что посмотрел, поинформировал. То у меня, знаешь, синдром незаконченного действия. Если я что-то не сделал, все, у меня, блин, крышу начинает сносить. Чарыч, братик, иди где? Какая-то дичь, конечно, происходит. У них под танки вот тут прокатываются. Ну да ладно. Сейчас мы устроим ему сюрприз, мазафака. Только не говори... Бля, он уехал, прикинь. Обидно. Я тебя ждал. Нарядился. А, да. Но светиться же не будет, конечно, ПТФ-очка. Другого порвем. Вопросов нет. Блин, стандарт не подставится, скорее всего, да? Так лопнет. Обидно. Не, ну ладно, барабульку я, в принципе, все равно хорошую нашел. По двум скорпикам идеально. Чара, чеб назад, братан. Тебе бы базу помогать там. Потому что на базе так себе что-то история. Здесь ты и так это... Подожди, стандарт выжил? Вы... Ребят, вы что, рофлите, что ли? Стандарт выжил, мужички. Понимаю. Нет, не по... Нет, на самом деле не понимаю. О, хороший футюр еще, блин. Это повезло, что стандарт открылся, капец. Потому что если бы он не открылся, это такая фиаско была. Все танки от него укатили. Абсолютно все. Он бы сейчас там так взрывал. Так, 34-ка. Хорошая ли эта цель? Прекрасная эта цель, ребят. Потому что пробивается вообще в легкую. Просто в легчайшую. Шкода туда решила отпятиться, да? Блин, я хотел по центру, но она сейчас... Но он же не дурак, чтобы ехать по двумя тяжами. Нет, он дурак. Он конкретный дурак. Блин, а мне 3 пайки на него придется скидывать целых. Понятно, не 3.
А все, еще и не добрал. Фиаско, братан, немножко зафейлил. Я просто думал, что я его пробил, как бы уже прицел отвел. А нет, не пробилась она, скотина такая. Ну ладно. Так, Т-30 там фуловый, но у нас еще КД просто полгода. На него сейчас там КП... Охренеть, он взорвал фуловому челу буйклотка на 2000 хп. Ты че, блин, гонишь, мужик? Нормально. Не, мне б так. И почаще бы. Блин, падать что ли придется. Идеальный труп скорпиона, который его, блин, всего закрыл. Ну ладно, он все равно уехал. Блин, ну его КПЗ сейчас просто заковыряет. Он сейчас дает тычку, и она просто его на ДПМе закрывает, да. Потому что, ну вы сами знаете, что такое КПЗ. Это 4 секунды перезарядки по 200 альфы, блин. Просто сумасшедшая пукалка. Сумасшедшая тыкалка, сумасшедшая пукалка. Ну ё-моё. О, амуль. Не, вот это ты молодец. Ой, вот это ты хорошо сделал, братик. Так, ну я, в принципе, ТНХ перетанковываю. Да? Почему так зацепился за труп? Но это не значит, что мы не должны пытаться время затянуть. Бежим! Хи-хи-хи. А, КПЗ его не затыкало почему-то. То есть тут как бы в идеале-то еще и не надо танковать. Так, ну тут полный газ, падаем, получается, да? 23 секунды, нельзя, получается... Ой, Настя и Найсуля. Тогда я падать не буду, в принципе. Я подзатяну время, да, я под артой, я это понимаю. Просто максимально подзатягиваю. Да иди нахер. Офигеть, под прямым углом каток с демеджем дает, да ты гонишь. Братишку! Ты готов? Are you ready? Ой-ой. Ага, понял. Ну, я два раза в НЛД стрельнул, ребят, один из которых я не пробил. Почему-то, почему, потому-то, потому. Потому что 210 пробития просто банально не прокнуло. И, к сожалению, мы, блин, сейчас из-за этого срёмся. Ну, благо мой фейл. Просто переиграл. Чувак. Красава. У меня сейчас арта вот, судя по... А, кстати, вот он, ребят, бой-то на 6000. А вот он. Ё-моё. Блин, два раза в НЛ стрелял, одно пробилось, одно нет. Вот так вот. Бывает. Ну, ребят, смотрите, какие цветочки. Красивые. Так, ну у меня, в принципе, тыку даю, можно уходить на КДМ. А вот и бой на 6К. Как заказывали. Бум, слави. Ну ладно, когда я нет смысла там 300 хп. Даже почти на 7. Блин, вообще, я нереально кайфую с этого танка. Супер агрегат. Ну чё, захват, да и все. А если он... Не нравится то, что КПЗ делает. Ой, не нравится. Уж лучше по 8 бы ко мне ехал. Профитнее было бы, да? И дерево низкое. Ну, я, пожалуй, базу возьму. Что там, 300 урона? Если бы у него было много хп, я бы ее сорвался. Прикинь, бы сейчас бы сорвал. Ну, он просто едет на него. Ниже? Да нет, вроде, я же вижу камни. Ну, ладно, все, тут в любом случае победа по захвату базы никак он уже не собьет. А съезжать я не намереваюсь. Потому что
Отдавать каточку я не хочу. Я чё, зря, блин, так тащил? Чтобы эту катку отдавать? Не-не-не-не-не. Ребят, ну за такой боёчек можно лайкос поставить. По-моему, добренько получилось. По-моему, очень неплохо получилось. 3, 2, 1. Отлично. Так, отлично, ребята, отлично. Подскажи оборудование на фазу. Досел, стаб, трубач. Универсальная оборудка для фазы. Другого, в принципе, ничего и не надо. Так, найс. Мастеросик, балдеж. Боевой пропуск совсем до ничего осталось. 6800, ребят. Ну, 6900 почти накидали. Меня единственное, что вот бесит, знаете, в фугасах после того, как их переделали... Блин, прикиньте, если бы это были еще старые фугасы. Потому что, когда ты даешь пробитие фугасом, ну ты должен, ну блин, ну логично. Представьте пробитие фугасом. Там, блин, в танке просто беда, печаль должна начаться. Где криты, Лебовский? Вот я к чему. Где криты, Лебовский? Почему ты, когда играешь на кобре, ты, сука, не критуешь? Ты даешь пробитие фугасы, фугасом, а критов нету. Кстати, да, отметка растет. Уже почти 100%.